Они налетели со всех сторон. Это было ужасно. У них был численный перевес. 1 000 000 000 к 1. Кристофер Робин, что там творится у тебя в комнате? Ой, это мама! Пока я к тебе поднимусь, придумай что-нибудь в оправдание. Что же делать? Как объяснить ей этот беспорядок? А может, рассказать ей, что с нами случилось? Она поймет, как нам было трудно, и не рассердится? Ну, конечно. Она покачает головой очень грустно и скажет: «Бедные, бедные твои друзья! Этот маленький разгром – ничто по сравнению с их мучениями!» Я сомневаюсь! Спокойно, братишка! Я расскажу ей все подробности! Видишь ли, все это началось, когда я собирался подкрепиться метком. Так, знаете ли, после завтрака перед обедом и задолго до ужина.